Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас Китака, и опять у нас будет обзор на топовые акции. И попробуем улучшить свой результат на Архидемоне, на которого мы уже на стриме ходили. Я немножко прокачал состав, попал там в топ-15, но сейчас там уже, по-моему, меня скинули. У меня еще не максимальные здесь скиллы прокачки, но все равно я считаю, это отличный результат для моей силы и для нашего аккаунта там за 4 месяца, сколько мы играем. Так. Ну, у нас сегодня вот такая вот акция. Я собрал очередного Некроса. Получается, за два пака больших здесь дается Некрос, дается, получается, два пятых сета. Дают 200, хотел сказать, огнекрылов, льдышек. Проснулся только, выспался хоть. Так, коробочки дают, четвертые сеты рун и камни. Их уже очень много. Также, что здесь интересно, здесь дают очень много скинов, я об этом уже говорил. Был предыдущий базар, тоже делал на него обзорчик. Тут уже некоторые скины дают по 150. В принципе, неплохо, я все позабирал, потом буду прокачивать, когда кгшки будут, и слишки пока не до скинов. Скина на Бигфута, к сожалению, пока нет. Вот эти дают по 100. Тоже коробочки, ну, как обычно, здесь дают синие, красные кристаллы и еще вот скины на Миноса, уже 200 штук у нас есть. Так, я думаю, я тут быстрее прокачаю скины, если кгшки накоплю. Также у нас здесь есть неплохая акция на сегодня. Давайте так заберем плюшки. Ну вот, неплохо, я считаю, очень даже неплохо. Я уже частично позабирал. То есть видите, какие награды. Так, окей, забираем. Поехали дальше. Что у нас тут есть еще по акциям сегодня? Так, это акция на трату, походу. Вот. Общая баназа, там ее так называют. То есть за покупку вы получаете определенные плюшки. Она здесь, как вы видите, действует очень-очень неплохо. 4 дня практически. Точнее, больше даже. Так, гнев забираем. Забираем ложный выпад. Сколько я уже всего забрал? Пятый сет. Рун. Карточка третья. Ну, дальше у нас будет уже завтра сотремки. Там завтра, послезавтра сделают смену. Огнекрыло даже можно собрать. Как видите, еще надо немножко 5-6 паков. И дают пятый сет священного огня. Так, ну вот то, что я забирал до этого. Смотрите, сколько плюшек разных. Окей. Так, ну вроде по акциям как бы все пробежали. Да, это, по-моему, на трату все-таки сундучки. Окей, еще нам... А, там и талантики забрали. Ну, смотрите, как отлично все. Так, ну что, поехали. Сейчас попробуем, пооткрываем плюшки. Точнее, пооткрываем коробочки, как обычно. У меня талантиков здесь хватает, у меня практически все герои уже с топовыми талантами. Вот в запасе есть некоторое, но мне надо здесь замедление. И мы сейчас будем его искать с коробочек. Карт у нас там не особо много, 10 штук. Так, ну давайте будем, как обычно, на стрелке. Где там мой стрелок? Стрелок, ау. Не проснулся я еще, ребят, видите? Не могу даже стрелка найти. Так, поехали. Четвертый бег, не то. Может, повезет, выберем какой-то новый талант. Так, окей. Ну все, закрывайте глаза, ребят, начинается слив топовых талантов. Так, 5-8. Бог войны. Бог войны мне, по сути, уже не нужен. Для меня он бесполезный талант.
На сегодня мы сейчас пооткрываем. Я посмотрю по судьбе, кого мне там не хватает еще. Или все герои у меня уже открыты. Надо будет заняться 12-ми скиллами. Так, ну вроде... Вроде как бы все есть. Да, все есть. Значит, сливаем. Сливаем. Так, стрелок. Не будем. Нам еще архидемона бить. Так, ярость небес. Точнее, гнев, ярость. Ремка. Ремка. Сейчас мы подумаем, кому ремку нам. Ну, ремки я тоже вроде сливаю. Мне не особо нужны они. Так, тут у нас разбросик стоит. Ну, ремка ему уже ни к чему. Так. Тут вот интересный такой будет. Этот ремочный уже есть и с разбросом. Можно варлоку открыть, поставить. Пусть себе будет с ремкой. Так, хорошо. Поехали дальше. Корка. Ну, корка не нужна, она есть с рунами. Так, вот это уже интересней. Просвет. Просвет. Просветов тоже у меня уже немало. Так, тыковку будем гнать. В принципе, вместо ожога можно поставить. Так. Буду ради книг и вторую тыкву делать. Поехали дальше. Ну, случайно за 300. Потратил 300 самов. Так, ракушка бесполезная. Огненная защита. Так, что у нас тут? Стойкость, этот вкачанный. Так, тут у нас есть... В принципе, каменка уже особо не нужна. Поставим огненку. Я хочу сделать пачку здесь с огненной защитой. Прокачать. Так. Поехали дальше. Смотрите, сразу ожива упала. Так, тяжелый удар. Ну, тяжелый удар нам тоже, к сожалению, не нужен. Ожог. Ожог. Так, ожог. Знаете, что хочу сделать? Хочу протестировать. Думаю, сделать на урон. У меня все-таки огнекрылы есть. Так, еще какие варианты? Возможно, на основе ожог поставлю, там протестирую на максималке. Так, Арину. Каменка пока есть. Некрас у нас полиция с ожогом. Это шапка. Прокачана, ее даже качать не буду. Так, Фрея, Бигфут, огненная защита есть. Так, Огнекрыл. Вот поставим, поменяем просвет, я все равно книги не качну. Когда-то пусть пока будет себе с ожогом стоит. Все равно пока не к нему. Так, поехали дальше. Стрелок. Каменка. Ну, неплохо атлантики, конечно, сыпят. Но все не то, что нам надо. Так, что у меня по героям? Укротитель. Тут каменка прокачанная. Здесь хочу сделать с каменкой. Как и на основе, в принципе. Неплохой он с каменкой. Сейчас я посмотрю, что по героям можно сделать.
Интересное, что можно кому поставить. Так, ну этот понятно. Каменка стойкость. Пусть будет со стойкостью, с каменкой есть. Да, поставим. Давайте поставим на Асуру. Сливаем топовый талантик ему. Сразу прокачаем. Так, есть. Есть, и поехали. Последнюю коробочку откроем. Разброс. Ну, так вот. В общем, ничего интересного, по сути, для меня. Для вас там много интересных талантов выпало. Побежали на архидемона. Какое там у нас уже место? Уже 36-е нас спустили ниже. Ну, так, вот такой у нас состав был. Мы им набили 1 и 1,4. Так, сейчас мы попробуем это все улучшить. Я проверю героев. Я их вроде не пересобирал. У меня, к сожалению, здесь рун, как видите, много нету, поэтому приходится выходить с того, что есть. Так, Рэй мы танковали, это 2, 3. Вот тут у нас еще ведьма, вот такая вот сборочка. 4. Тыковка. 5. И стрелок наш. 6. Жалко, нету тяжелого удара, но поехали. У нас сегодня тут он с топором. Как обычно, стартуем с Фрей и выкидываем всех в ноги. Так, что мы загрели на укротителя? Не, на Фрей все нормально. Ну, как видите, огнекрыл, в чем плюс, он дает, получается, 50% раз в секунду. То есть у нас поменяли систему, многие, может, не знают. Теперь босс у нас бьется один раз до 2 миллионов, 2 миллиардов там, или 2 миллиардов, по-моему, вы набиваете. Он пропадает, исчезает. Я это на стриме уже показывал, и обратно появляется. То есть такая уже система. В принципе, это правильно. Так должно быть изначально, но опять же, по-моему, есть лимит. Так. Нужно будет еще прокачать сердцеедку, попробовать. Ну, как видите, здесь у меня можно попробовать вместо Фрейи повелителя бури поставить. Либо кого-то на урон, чтобы больше урона вылезало. Сейчас подумаем, кто там у меня есть таких прокачанных. Можно Купидона попробовать, конечно, мы уберем. Но зато у нас будет больше заряда. У нас должно по 500 вылетать. Давайте сейчас вместо Фрея Купидона тестанем. А заагрим мы на Огнекрыла. Вот, как видите, практически вот минута 15 осталось. У нас тут нету, правда, героев с усилениями. Может, получится, побьем свой рекорд, сейчас не знаю. Там у нас было, получается, свыше 3, почти до 4 отделения дошли. Ну, криты вылетают просто отлично. Сейчас Купидончик нам, по сути, даст. Ну, конечно, у нас будет меньше атакующих. Попробуем с Купидоном. Что у нас изменится? Ну что, будет результат новый?
Нет, чуть-чуть нам не хватило. Давайте сейчас поставим сразу. Конечно, Фрей, он бьет, получается, глубже. Так он, в принципе, будет тыкву бить. Даже не знаю, кого лучше, Фрея или Стрелка. Стрелка замедления. Давайте Фрея уберем. Поставим нашего Купидона. Так. Купидону ставим замедление. ЛДшка нам не нужна. Так, что у нас на Фрейе стояло? Это тоже, по сути, тут он не особо нужен. Так, на Огнекрыле Ангел, по-моему, да? Значит, с Огнекрыла Ангела ставим сюда. А на Огнекрыла мы поставим слона. Так, есть. Купидончик. Рунами. Поставим порочный пакт. Как видите, он нормально так наносит урона по сравнению с другими. 70%, ребят. Это просто жесть. Так, артефактами. В принципе, тут все стоят на местах. Его без разницы в какой арт. Давайте так поставим. Так, ну, вроде как бы все. Поехали. Тест номер 2 с Купидоном. Вот такой состав. Агрим на Огнекрыло. Выкидываем всех остальных. Поехали. Пробуем такой состав. Возможно, с Купидоном сейчас получше пойдет. Не знаю, посмотрим. Все-таки Купидон дает атаку. Тоже неплохую. Он, конечно, 11 пока, но он с замедлением. Это тоже как бы плюс. Единственное, у Фрея было получше то, что у нее целей больше. Ну, сейчас проверим заодно, что же все-таки лучше, Фрея с голубями или Купидончик наш. Плюс он дозаряжает тыковку тоже. Неплохо. Можно Эфину попробовать. Будет в следующий раз, когда будет у нас такой демон с Эфиной. Эфина тоже очень наносит много урона. Тоже будет интересно. Но пока не знаю. По-моему, не то. Ну, если побьем результат, значит то. Если нет, значит не то. Но я смотрю, так по полосе вроде похуже идем. Все-таки у Фрея там вылетает побольше. Но опять же, это все относительно так. Да, результат непонятный сейчас будет, но посмотрим. Конечно, тут лучше ставить ТУ, тяжелый удар, кто не знает, там замедление. Но у меня, к сожалению, здесь нету, так как на основе прокачанного всего, поэтому пока так тестируем на основе, уже более подробно посмотрим, какой у нас будет архи. Да, как видите, все-таки даже Купидон тут, ну, он дает усиление герою, все равно свыше 500 не прыгают.
Я все-таки получше, даже набили на 200 миллионов. Если я не ошибаюсь, меньше, да. Ну, такое вот, не знаю, посмотрим, уже следующего потестируем. Этого мы уже не успеем сегодня побить, к сожалению. Вот так вот, в принципе, ребята, вот такая вот была у нас китака. Пишите комменты, подписывайтесь обязательно, лайки. Всем удачи, всем пока.